Добрый-добрый-добрый день всем. Студия Игрокам ТВ, микрофон Друг, и у нас матч Dota Pit League, третий сезон. Групповой этап, и команда Asus Polar играет против команды Power Rangers. Два известных европейских, СНГшных, да каких угодно коллектива сегодня у нас встречаются. Ну, тут непонятно даже за кого толком и топить. Я думаю, фанаты разделятся, пускай и не поровну, но в любом случае с небольшой разницей. Ну что, начинаем по матчу комментарии. Команда Asus Polar уже забанила Веспа, также в баню ушел SF, Леон и Spirit Breaker. Со стороны Power Rangers в бан ушли Dazzle, Slark, Brewmaster, Ancient Apparition и, кстати, пятым баном Asus Polar отправляют туда Кентавра. Ну и последний бан для ПРов. По пику ПР уже забрали снайпера, забрали тролля. Ну, сразу же тяжелая артиллерия, туда же Чен и Shadow Shaman. Ну, ПР, я так понимаю, направляются у нас в серьезный пуш. Осталось выбрать какого-нибудь оффлейнера, который способен пуш этот обеспечить. Я думаю, Enigma в самый раз был бы по данному пику. Во-первых, Эйдолоны, во-вторых, Блэк Холл. Тут есть действительно чем в Блэк Холле наваливать. Одного снайпера будет достаточно с троллем, чтобы развалить всю команду Asus Polar. Ну и опять же, варды Shadow Shaman — это всегда вкусно и полезно. Но со стороны Asus Polar, Бэтрайдер в сложную, Шейкер отправится, я думаю, на лайн с Вингой саппортить у нас Иридана. Ну и Шторм отправляется в мид. Кстати, у Asus Polar, у этих ребят не лучшие времена, втроем остались основные игроки. Ну и сейчас играют с двумя стендинами. И ого-го, какими стендинами. Год и Седой будут играть у нас за Asus Polar. Замена, по-моему, великолепна, и все хорошо получилось. Ну, со стороны ПР последний бан, и Фантомаса Дроу Рейнджер отправляется у нас в баню. У команды Power Ranger тоже два стендина, Роджер и No Fear. И, ну, 3 на 3 играют. Плюс 2 очень и очень ровно, с очень-очень ровно поставленными руками, что с одной стороны, что с другой стороны стендены. По последнему пику. Фармящий герой для команды Asus Polar. Кто это будет? Дровку не хотят ПРы видеть. Ну, в общем-то, правильно. Ну, вместо дровки забирают Морфлинга. Я думаю, Asus Polar тоже Дроу Рейнджер не хотели видеть в своем пике. Избавились от нее ПРы зря. Весьма зря. Ну, теперь план Б есть у Asus Polar. Если не зайдет Шейкер, не зайдет Бэтрайдер и Шторм с фаст какими-то ганками, какой-то стратегией по всей карте, то тогда зайдет Морфинг в конце. Никс Ассасин для ПРов. Ну, просто олдскул Дота от Power Rangers, не считая, конечно, снайпера и тролль Варлорда. А так, в общем-то, ребята все, наверное, либо одногодичной, либо двухлетней давности. Никс Ассасин, 1000 лет вообще не видел его. А Shadow Shaman тоже нечастый гость. Как-то забыли, и в последнее время явно недооценен этот персонаж, более чем полезный, как саппорт просто чудесный, как пушер тоже, ну, два в одном. Так, у ПРов Роджер будет играть на снайпере, Дитяра на тролль-варлорде, No Fear будет играть на Чене, No Fear у нас играет на Чене, Джейфон на Shadow Shaman, ну и Чеширский Кот отправляется, я думаю, в сложную на Никс Ассасин. Со стороны команды Asus Polar. ФНГ играет у нас на Vengeful Spirit. Иллидан отыгрывает на Морфлинге. Год будет играть за Шторма в миде. Седой на Бэтрайдере в сложную. Ну и Лил на Шейкере. Все, по командам разобрались. Таблицу, турнирные какие-то там хитросплетения и закулисья я вам чуть-чуть попозже расскажу. Кстати, мы только-только разыграли вот такой Mystical Set. Достался он некому Вадиму. Поздравляем его еще раз. Ладно, переходим к матчу. Встречаются команды в лесу. Ну, тут, я думаю, файт бессмысленен, по сути, потому что... Хотя гонят. Ну, стрельнули один раз по Джейфо, и надо отсюда уходить. Чем дальше команда Asus Polar зайдет во вражеский лес, тем больше шансов у ПРов элементарно окружить и расстрелять. Ренджевых тут 3 героя было. Можно было катить, можно было бить. Ну и рейндж у снайпера и у того же Shadow Shaman подальше будет, чем, например, у Винги или у Бэтрайдера. Чеширский Кот все-таки в соло отправляется на сложный лайн.
Да, задача не из легких. Тут Иллидан на рейндж-герое на морфлинге играет. Здесь опять же ФНГ точно так же. На рейндж-герое, плюс есть стан, есть чем вообще харасить у нас чеширского кота. Ну, все будет зависеть наверняка здесь от умений одних и от умений других ребят. Но Фир на Чене влез. Деваться, собственно, Чену некуда по данной игре. Год в миде против Роджера. Шторм против снайпера. Ну, тут на кого поставить? Ну, в года я верю больше немножко, чем в Роджера. Собственно, думаю, год фейлить особенно здесь не должен. Хотя все, в принципе, возможно. Ну, ранние ганки, если будут, то тогда и результат будет. Трипла у нас на топе. Лил перемещается на шейкере. На топ-лейн здесь будет заниматься хороводом из крипов. У чеширского кота 0 по крипам добитым, 0 по крипам заденайным, полнейший 0. У чеширского кота еще и только половина, опять же, половина первого левела. Это все благодаря руне, которую чеширский кот, по-моему, у нас забрал. Нет, нет, он не забрал, просто накапало ему пол левела. Но это очень мало, вторая минута уже идет, у него до сих пор нет второго левела. Помогает здесь, кстати, Ноуфир своему тиммейту на миде. Торнадо гоняется за годом. Год отбегает от торнадо. Джейфо гоняет в это время Седова. Кто здесь у нас фармит? Дитяра на тролль варлорде. 8 на 3 крипстат. Ну, на первом месте по-прежнему год. У года 9 на 2. У снайпера, который стоит против него, 5 на 3. Ну и Иллидан на третьем месте. Тут снайпер, я думаю, немножко приостановит у нас года со временем. Только со шрапнелью и стейкаимом разберется, у года появятся серьезные проблемы. Но году надо максимально быстро вынести шестой левел, чтобы и выйдеть ту же ульту, чтобы как-то из зоны экшена уходить. Потому что снайпер через шрапнель, через те же фейсбутс, через мом прощать 100% не будет. Схема простая, ее может даже однорукий реализовать. Я уже не говорю о Роджере. Ну что, год, по-моему, доигрался. Подсветили, еще один удар. Нет, год живет. Год живи. Год уходит у нас очень сильно битый. Ну, в принципе, с лайна отправляться смысла нет. Банка есть, банка обузится. Ну, год доиграется, я думаю. Здесь еще одна шрапнель. Есть ли она, кстати, у Роджера? Да, одна шрапнель уже имеется. Можно просто подсветить и навалять у нас году. Роджер, хотя и сам битый. Пассивка второго. Опять же, ремнант второго. Ну, Роджер может сам приехать, я думаю. Но в никуда отправлять шрапнель. Просто прочекать. Прочекал, теперь стой 20 секунд. Смотри, как год получает экспириенс. Изгнали у нас Бетрайдера. Стоп с ботлейна. Здесь уже две пачки крипов. Седому будет чем заняться. И здесь две пачки крипов. Правда, глиняные големы поперек горла стоят Бетрайдеру. Тут немножко неприятная ситуация. Ну, в принципе, можно фармить. Никакого-то невыфармливаемых вещей здесь нет. Да, Седой немножко просядет по ХП, если глиняными големами займется. Немножко больше времени потратит. Но это кто-то должен делать. Вместо Седого ФНГ точно туда не отправится. Ну и я уже молчу об Иллидане и других персонажах. В это время команда Power Rangers выходит на нижний лайн. Т1 начинает гореть. Дитяра сразу же забирает крипов. Видимо, решили спушить. У Джейфо второй левел. Вардами здесь и не пахнет. Третий. Да тут до третьего левела. Да, дожить бы. На тебе. Лил остановил у нас Джейфо. Забрал руну. Фиссуру потратил. Ну, не жалко. За фиссуру зато заработал 50 там или 100 копеек. Чеширский кот. 0-0-0. Ничего по показателям. Ни одного крипа не добил, не заденайл. Подкоп есть. До сих пор нету карапас. У Никса Ассасина. Ну, сложно. Очень сложно. О чем я говорю. Wave of Terror есть. С руки Винга. Пускай у него небольшой рейндж. Но понятно, что рейндж больше, чем у того же Никса. И у Иллидана есть возможность через Waveform нахарасить очень сильно сейчас Никс Ассасина, и заивейдить тот же импейл от него. Все это спокойно делается. Поэтому чеширский кот прекрасно это понимает. Но здесь карапасы появились уже. Ждем, будет ли хоть какой-то вменяемый врыв. Пока главное заработать экспу, получить шестой левел. Дальше с Виндетой вступать в общую игру.
Ну и как-то хоть на ход влиять. У Седова. 230 на руках, Седой с ботлом, с тапком, ну и нищенствует. У Седова по золоту плохо дела. Дитяра почти 6 левела. Забирает Tower Troll, 900 на руках, после фейсбутс, там Мордип Маск должна появиться. У Седова, кстати, всего лишь 4 левел. Дитяра мог бы и ворваться. И, наверное, не будет лишним сейчас раскрутиться и развалить Бэтрайдера. Так, поймали чеширского кота, отпускают. Кот у нас отходит, ну и что? Ничего, по-прежнему без фрагов. 6 минут сыграли, без фрагов идем. Все ровненько. Коллективы прекрасно знают, с кем они встречаются. Неоднократно уже встречались на различных уровнях, аренах. И, в общем-то, понятно, что шутки тут ни с одной стороны, ни с другой не пройдут просто так. Коллективы интересны. Да, не лучшие времена переживают. Что один, что другой. ПР, ПР тоже проблемы с игроками, с набором. Asus Polar так сильно гремели. Такой мощный, казалось, коллектив. Когда отделились от ВП, когда второй состав стал, потом стали Asus, Polar, и все это казалось так ярко и интересно, и там такие топ-игроки, ну, Фобоса забрали в Нави, Мак просто у нас отъехал. Ну что, Роджера забирают. Год, первый фраг. В этой игре не без участия Лила, ну, кого это, в принципе, интересует. Storm Spirit 1-0. Так вот, закончу мысль. После ухода... Так, Седой... Что это такое? Red Dota началась от Седова. 560 сейчас. Сможет ли насобирать? Да уже все у него получилось. Уже 250 копеек здесь украл. Дитяра решил поговорить с Седым на равных. Улетает. Ну, далеко, наверное, не улетит у нас Седой. ТП у него нет. Гонят. Пытаются как-то его закрыть. Но есть чем закрывать. Стоп. Все. Дитяра подошел. Рассказал Седому, что брать плохое... Господи, брать чужое плохо. Блать плохое. Слово плохо мне поменяло полностью всю фразу и превратило ее в кашу. Так вот, 1-1 счет. Отправился Седой поворовать чуть-чуть экспы, чуть-чуть золота, но так и получилось. Правда, больше пришлось отдать в ответ. Год проседает по хп, но это в лесу, это в относительной безопасности. У Роджера Power Threads имеется, Аквила есть. У Лила 130 на руках, только Boot of Speed, ничего более. У Морфинга уже, в принципе, готовый персеверанс для Иллидана. У Года 1700 на руках. Нет, Иллидан не покупает персик, решил выйти в ПТ, потом персеверанс и все остальное. Под смоком выходят на Лила. Кентавры запалились, как же много здесь деревьев. Хекс пошел у нас от Лила. Сетка туда же, ну, разобрали. Дитяра забирает этот фраг, даже удивительно. Вроде бы три мощных крипа было от Чена. В итоге Дитяра смог застилить героя, и это более чем полезно для ПРов. Тут действительно троллю надо фармить сильнее, чем даже сейчас тролль фармит. По золоту давайте глянем. Две ПР, ну, по экспириенсу 250 тоже Power Rangers выигрывает. Еще и Тавр упал, тут еще 1000 капнет белорусскому коллективу. Выходят на топ. Ну, у нас проснулся наконец-то Чен, уже практически 6 левел. Крипов достаточно много, биться можно. Два кентавра, это два кентавра, два стана, как вы сумели понять. Тут, гляди, можно и не пережить тому же Иллидану. А если и пережить, то быть просто бесполезным файт. Если вдруг в силу у нас начнет перекачиваться мейн керри команды Asus Polar. Ну что, готовится выход на топ. Да, собственно, что там за выход на топ. Разорвали уже топ. Снесли еще один тавер Power Rangers. Где к нам, кстати, Никс отъехал? Это на нижнем лайне. Никс отправился пофармить, немножко пофармил. Снайпер в это время забирает Вингу. ФНГ у нас оказался на вражеской половине карты. За это очень быстро поплатился. Ну, я так понимаю, Battle Trance здесь нет. Не был заюзан. Просто с руки снайпер заковырял у нас
саппорта команды Asus Polar. Удивительно, что Роджер играет через Power Threads, не через фейсбуцы. И первым же артефактом собирает Сэнджуна, снайпер. Ну, решил переживать, как я понимаю, лассо, или переживать рассказ Шейкера. Наверное, верное решение, потому что тут 2-3 спелла, и снайпера размажет вообще по карте стороны Radiant. Ну, или Dire, где он там решит подраться. У Года уже появился Soul Ring, еще и 1200 на руках. Год неплохо фармит, давайте по нетворсу общему глянем. Или да, на первом месте 5900, у Тролля 5700. Год 4800 уже насобирал, ну и 4000 у нас у Роджера, который отыгрывает стендином в команде PR за такого героя, как снайпер. У Иллидана Персеверанс и 1300 сверху. Еще 2000 остается Марфу до линки. Против кого здесь линка? Ну, вот против чего. Хекс раз, сетка два, ульта снайпера. Ну и Вендетта, как ни крути, скилл важный. Да, в принципе, линка тут must have вообще. На кор героя команды Asus Polar. Ну, уйдет ли у нас на иллюзию Иллидан или останется здесь? Нет, Иллидан остается фармить, ему на топе комфортно. Лайн пропушен практически до Т2. Ну, территорию контролируют в основном свою. Игроки не выходят пока на вражескую половину, не отбирают возможность фармить лес команды ПР. Это лес команды ПР, и никто более там не гуляет, ну разве что Седой. Но опять же на крысу Вендетту поймал у нас Седой, Карапаси туда же, но скорее всего Седого разобрали. Ульта от снайпера доигрался. Ну, опять за воровство наказывает. ПР просто вершат правосудие. Не трожь чужих крипов в чужом лесу. Ты их вообще там сажал. Понятное дело, Седой второй раз погибает очень глупо. 0-2-1 счет. Реализации пока от Бэтрайдера никакой. Лассо не был проюзан. Ну и даггера до сих пор нет. А 13-я минута уже подходит к концу. Варды Расты на Таура у нас не ставят. Они тут занимаются Рошаном. Ну что, подходят. Фиссура пошла у нас от Лила. Год готов ворваться. На хайграунд. Вижен должен иметь. Украдет ли у нас Эггис? Год нет. Маны уже нет. Год отсюда уходит просто-напросто ни с чем. Ну что, для тролля взяли Эггис. Есть уже, кстати, у дитяра Яша. Ну и на Сэндж тоже хватает, хватает денег. Пока не тратится дитяра, возможно, сразу пойдет в скадин, в зависимости от, я думаю, от следующего файта. И попытки спушить Т2 на нижнем лайне. Если пройдет, то можно сразу собирать серьезные артефакты по типу Айо в скаде. 2400 на руках у дитяра, он относительно близко у нас к Иллидану. У Морфлинга остается 900 до... 900 остается до Линкенсферы. Вообще, давайте глянем общие графики. 1500 Power Rangers по экспириенсу PR. Всего лишь 250 выигрывают. Это действительно ничего на 14 минуте. Да это в любой момент игры ничего не значит. Под смоком, выход на мид. Зацепили у нас года. Год не может отсюда уйти. Расковыряли. 5-2. Тролль. Где у нас сильно проседает тролль? Это уже на нижнем лайне. Теряет Аегис у нас дитяра. Иллидан готов, я думаю, через иллюзию даже разобрать у нас тролля. Ну, делай же, делай. А где? Где вообще иллюзия? Не очень понял. У нас в КД у Иллидана репликейт. И где репликейт? Иллидан, где твой репликейт? Странно. Весьма-весьма странно. Не очень я понял, как все произошло. Ну что, у нас выход на Т2. Варды стоят, крипы есть. Фиссура здесь толком не остановит команду Power Rangers. Я думаю, Т2 разобрали. Иллидана здесь нет, ФНГ здесь тоже нет. Дефать некому. Но Иллидан старается разменять у нас Т2 на Т2. Дадут ли? Половина Таура стоит. У Иллидана с руки, конечно, немного. 140, где-то 150. Это действительно немного, здесь тауэр гораздо быстрее падает. Все, полетели туда ТП, уже врывается у нас Никс Ассасин.
Выжигает Маду Марфу. ФНГ есть на подсейв. Ну же, чеширский кот. Виндету и давай наказывать Иллидана. Восьмого левела чеширский кот как-то скромничает. Кстати, до даггера остается всего лишь 200 копеек у чеширского кота. Так, в принципе, все необходимое будет. Я думаю, что тут догонов не появится по этой игре. Во-первых, поздновато. И левел поздновато у нас чеширский кот получил и по фарму. Не такая уж он звездочка, чтобы позволить себе догон собирать. У года 1700 на руках. Уже есть point booster. Остается совсем немного до soul booster. Ну и рецепт на Bloodstone. Тоже 800 копеек. Тоже надо их где-то насобирать. Но у года, в принципе, не ограничен. У нас по фарму. Летай по всей карте. Свои, чужие леса. Убежать в любом случае можно. Цеплять, кроме Shadow Шамана, так-то и нечем года у нас. Год решил подраться у нас за руну, сетку поймал, вытаскивает эту сетку на свой хайграунд, улетает отсюда. Стоило ли оно того? Наверное, стоило. ДД в файте будет полезен, если год, опять же, провязает его под файт. Ну, 6-2. По золоту, Power Rangers, 3000, по экспириенсу, 1500, все те же Power Rangers. Давайте по артефактам глянем. Какие у нас обновления? Мека имеется уже у Ноуфира, у Никса Ассасина. Даггер готов, чешуйский кот еще и 300 сверху получил. Для Дитя Ра, все-таки это не Сенджин Я, Шаманта Стайл получился. Ну и сейчас появится, я думаю, Доминатор. Со стороны ПРов Снайпер. Сендж есть. Осталось? Да ничего не осталось, Сенджин Яша готов. Под ноль закупился у нас Роджер. Байбека не будет. Шадоу Шаман. Он же Джей Фо приобрел себе даггер. Вот так вот. Саппорты команды Power Rangers великолепно себя чувствуют. Очень сильно обогнали того же ФНГ. Да и Лил существенно отстает у нас, что от чеширского кота, что от Джей Фо. Ну, саппорты свою роль выполнили. У ФНГ печальная ситуация. Транквилы есть, ну и больше ничего ФНГ себе не насобирал. 5 крипов убил, один раз умер сам. Да, размен кривоватый. У Иллидана после линки еще практически 1000 на руках. У года уже есть Soul Booster. Ну и осталось 400 насобирать до Bloodstone. Оркид не на первом месте у нас у Шторма. Год решил именно так собираться. Не знаю, верное ли решение. Тут есть кому контролить, есть кому держать. И есть чем сбивать заряды в Bloodstone. Год может, в принципе, и с нулевым у нас Бладстоуном ходить некоторое время. Будет ли от него толк? Ладно, год решил, я еще буду году рассказывать, как собираться. Так, Бэтрайдер уже приобрел себе даггер. После даггера 900 на руках. Тут, в принципе, готовится выход форстав. Ну все, команда Asus Polar в лице трех игроков. Год и Бэт и Лил отправились во вражеский лес. В это время у них горит Т2. Варды есть. Будут ли поставлены у Джифу? Ну, пока и так нормально Тауэр сыпется. Варды вообще, я так понимаю, оставляют на хайграунд. Да, уже прокликали у нас на хайграунд команды Asus Polar игроки Power Rangers. Идут дальше. Почему вообще стесняться? Все правильно. У Дитяра ульт есть. Манта стайл есть. Иллюзии есть. Крипов здесь вообще уйма. Врыв у нас на Джейфо. Джейфо перед смертью, если вдруг он соберется умирать. Нет, Джейфо не собирается умирать. Меку провязали, Джейфо живой. Варды поставили на хайграунд, тауэр у нас упадет. Немножко, мне кажется, далековато поставлены варды. Коснутся ли они тауэров, ой, бараков. Тауэр просто уже необсуждаемая величина. Эхо слэм у нас отлило. Туда же вейформ от Иллидана. Расковыряли минус четверых. Дитяра пятым в таверну. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это зашли, а. ПР просто, я не знаю, как будто минер здесь наставил ерундистики всякой. Один тауэр. Еще и заденайли команда Asus Polar свой тауэр. Такое ощущение, что тут 500 тысяч миллионов бочек от минера стояло. И зашли на какую-то атомную бомбу, наступили. Она сдетонировала и на куски разорвала команду Power Rangers. Лил ворвался великолепно. Это просто врыв, если не недели, то как минимум последних двух матчей, это точно. Ладно, короче говоря, ну, шейкер-то для того и берется, чтобы хэслэмы вменяемые давать. И вот фисур, блинк-даггер здесь именно для этих целей. Ну, это было действительно классно, это было ярко. Что интересно, это то, что счет был 7-2. ПРы давили, снесли лайн, пошли сносить
снесли, точнее, таура на топе. Пошли дальше сносить лайн, ну и нашла коса на камень. Развалились на хайграунде команды Asus Polar. Еще раз такое повторится, и уже Asus Polar смогут навязывать свою игру. Поймали у нас Седова. Дитяра врывается у нас на Седова. Фисура немножко успокоила у нас Shadow Шамана, раз отправляется в таверну. Гонят дальше Лила. Бэтрайдера уже развалили. Надо теперь хотя бы Шейкера забрать. Ну, немножко, так сказать, успокоиться после последнего файта. Нет, уходит у нас Лил из файта. В итоге забрали одного Седова. Опять же во вражеском лесу. Седой все чаще. Да не все, по-моему, Седой все смерти там и нашел. Не помню, убивали ли Седова где-то вне леса Power Rangers. Даже удивительно. Угода уже. Бладстоун есть. И как же удачно Бладстоун появился в прошлом файте. За один несчастный файт у нас у Седова... Угода, точнее, 13 зарядов в Бладстоуне. Еще и Ultimate Orb. Трипл килл год сделал самостоятельно. Марфа расковыряли. Так, был репликейт. Репликейт был, репликейта нет. Да, решил у нас, видимо, Элидан подпушить соло-лайн. Подпушил чуть-чуть в соло-лайн, ну и чуть-чуть отошел в таверну. Ну, год пошел мстить Чену. Плохие звери. Очень плохие звери. Расковырял у нас год. Дикокрыло-потрошителя. Бедняга Чен. Собирал по всему лесу. Ребят, ну тут еще есть три персонажа. И персонажи, в принципе, классных. Как для пуша, так и для отпуша лайнов. Все, в общем-то, хорошо. Еще один эхослэм у нас от Лила. Правда, в никого. Просто наугад давал у нас эхослэм. Пока что живут игроки команды Power Rangers. Дитяра, правда, погибает. Но все горят. Все горят очень сильно. Элидан на морфе начинает расковыривать. Забирает у нас морфа Эгис. И опять же живет Элидан. Год здесь же. Дабл килл. Трипл килл от Элидана. Дабл килл от Роджера. Но трипл килл от Элидана, в общем-то, озаглавил здесь Team Wipe со стороны команды Asus Polar. Опять ПРы сыпятся в пятером. Доигрались они, доигрались свою игру. Ну, некие такие поддавки получились у нас. В пятером отдались раз, в пятером отдались два. Теперь по факту в пятером будут отдаваться в три. Только потому, что Asus Polar уже будут диктовать, где и когда файтиться. По золоту. Полярные ребята у нас 1500 выигрывают по экспириенсу. 7000 тоже в пользу Asus Polar. Но что неприятнее всего, это то, что Морфлинг, на котором играет Элидан, тот, кто может фармить, и тот, кто всегда показывает образцовый фарм, уже обгоняет у нас троллян на 2000 по золоту. Имеется Этериал, имеется Линкин Сфера, еще 500 сверху. Ну, Элидан практически 16 левела. Кстати, тоже печаль для команды Power Rangers. Угода тем временем 2700 на руках. Ultimate Orb имеется. Я думаю, что надо подумать о Хиксе у нас. Шторму. БКБ. Пока еще нету дитяра. У снайпера. У снайпера тоже далековато до Black King Bar. Ну а году всего ничего. Тут 800 копеек до... Да даже меньше. Еще и на руну проперло. Надо просто заработать 600 золота и по-быстрому организовать файт. Сделать еще один минус 5. Ну там уже... 18 зарядов в Бладстоуне у года. Доигрались. Это та команда, которая 7-2 у нас терпела. И Бладстоун на последние деньги просто кровный у нас Шторм Спирит купил. Теперь его Бладстоун, ну, удачное капиталовложение. Теперь этот Бладстоун всю команду по 5 раз отхилит при смерти того же Шторм Спирита. Элидана пытаются зацепить. Врывается на хайграунд. Есть, в принципе, репликейт. Надо будет попытаться на него уйти. И выйдет все, что можно. Или да, опять же, здесь есть Аегис. Год врывается у нас куда? На нижний лайн врывается у нас год. Развалили снайпера. Минус 2 для Asus Polar. Или Дан живет.
Теряет Аегис. Дитя-ра под Блэкингбаром. Но маны вообще у дитя-ра нет. Году надо просто... Или да, надо просто разбираться теперь с дитя-ра или с Лайном. Кого вообще бить? Асус Полар живы. Живы в полном составе. ФНГ, правда, отсюда уходит. Сильно битый, но тут минус 2 уже имеется. Эхо слэм по голове дитя-ра. Дитя-ра развалился. Опять импейл в никуда. Да что чеширский кот вообще творит? Илидан 2000 уже имеет на руках. Через 20 секунд будет Этериал. Можно попытаться ворваться. Монореген у Марфа классный. ХП достаточно. Дэмэджа с руки. Вообще, чем хочешь, жуй. Да, поплыли Power Rangers в неизвестном направлении. Уже 5000 по золоту, по экспириенсу за 10, даже за 12 или за 13 перевалили у нас графики. Немного обидно. Да, по золоту 6000 в пользу команды Asus Polar. Как все здорово для белорусов начиналось. 3000 на 13 минуте, там вроде все в порядке. Нам дают, мы играем, доигрались. ПР эту катку сливают, и это более чем ощутимо. Получится ли какой-то вменяемый файт организовать, это... Даже вопрос времени, но дело в том, что Asus Polar просто не подпустят их к своим товарам. У команды Power Rangers страта заточена под пуш. Варды Shadow Shaman'а без аганима, кстати, до сих пор, ну хотя есть дагер. У Расты варды Shadow Shaman'а, крипы Чена, тот же Battle Trance от тролля и снайпер, который с километра стоит, разваливает товара. Power Rangers точно не для драк созданы. Создано для глаз, а не для рук. Так вот, Power Rangers не для драк созданы. Тут разве что снайпер и тролль, но опять же их легко, очень легко контрить. Одного репликейта морфа будет достаточно, чтобы снайпер сам себя убил. Или тот же тролль сам себя расковырял. Поэтому надо как-то где-то масс, вообще какой-то масс-стратой умудриться поймать одного-двух игроков и пойти спушить лайн. Хотя бы один лайн. Потому что сейчас вот этот снесенный тауэр, это понятно, что бессмысленно. Даже если был бы спуш онлайн у Asus Polar, они бы не ощутили этот лайн. Потому что есть кому отбиваться, есть кому отфармливать. Ну и отпушивать с любую из сторон. Морф у нас уже на две стороны за счет репликейта. До середины дошел, отправился вниз. Да, вот, пожалуйста, репликейт морфа здесь. Можно смело вниз. Да, пф, вот, пожалуйста. Или, да, отправляется у нас вниз. Теперь внизу будет фармить. А, да и год тоже готов летать по всей карте, готов сносить все, что необходимо. Чеширский кот потратил дагер на крипов. Просто ворваться и просто дать стан. Ну а теперь под смоком команда Asus Polar. Ну, по мувам команды Power Rangers какая-то ну, вязкая такая игра, как будто ребята не очень... готовы, не очень понимают, что дальше им делать. То есть не очень понимают, за что они здесь бьются. Да, это групповой этап для команды Power Rangers, всего лишь второй матч. Но не сказать, что команда действительно в боевой готовности. Вроде бы поначалу получалось, да, мы идем, мы дамажим, мы сносим линии. Ну, один раз огрызнулась команда Asus Polar. Второй раз уже по глупости Power Rangers отдались на Рошане. Тут, по-моему, кстати, и вардов не было, когда забирали руху Пейры. Отдались впятером, теперь вообще не знают, что делать. Теперь ждут медленно и в ужасе, когда команда Asus Polar сама придет пушить. Она уже один раз приходила. На Т2 выходят Полары. Седой зацепил дитяра. Этериал Блейд развалили. Отменяет у нас ТП Ноуфир. Нет, Ноуфир или не отменяет, или кто-то просто так. У нас Ноуфир пришел. Ну, Ноуфир здесь умирает. У года достаточно маны. Киллинг спри для ФНГ. Даже Винга у нас уже какие-то результаты показывает. У Лила дагер есть. Форстаф имеется. Маны достаточно. Эхо Слэм в нормальном состоянии. Но здесь решили отойти команда Asus Polar. Подпушить немножко лайн. Но год прилетит. Году несложно. У года 21 заряд. 40 манореген 40 в секунду.
Ну, в глубокий пуш уходит у нас... В глубокий, точнее, фарм уходит у нас команда Power Rangers, а глубокий, потому что не могут позволить себе далеко от, от своих товаров отойти. Надо где-то по лесам пытаться насобирать себе фарм. Артефакты, левелы, да по всему ПР проседают. Как видите, по золоту 8000 отставания, по экспириенсу 17000 отставания. Давайте, кстати, левела глянем. 20-й левел год. 18-й левел Иллидан, до сих пор нет 16-го у Дитяра, у Чеширского Кота, у Роджера. Ну, дальше уже вы тоже, в принципе, список видите. У команды Asus Polar. У Иллидана все необходимое имеется. Пошел у нас Эхо Слэм от Лила. Лила расковыряли, Дитяра под Блэкинг Баром. Высвапывает у нас Иллидана. Иллидан может уйти на собственный репликейт, но пока что дерется. Уходит Иллидан на базу, причем под фонтан. Ну, двоих потеряли. Игроки команды Asus Polar, J4 жив со стороны команды Power Rangers, поэтому отделались только смертью Чена. Чен там очень много дэмэджа впитал от одного Эхо Слэма. Не выдержал Чен, правда, выдержали остальные игроки команды Power Rangers. Опять ПРы пошли на Рошана. Здесь уже Бэтрайдер седой готов рываться даже без лассо. Тут есть, в принципе, чем выталкивать на хэкграунд или затаскивать чем на хэкграунд. Тот же Шторм Спирит через Вортекс легко бы забрал себе кого-нибудь на хэкграунд из команды ПР. Ну, уходят ПРы. Уходят и очень правильно поступают. Потому что сейчас драться против Asus Polar попросту не по шансам. Лайн по-прежнему стоит. Немного здесь наковыряли барак. По-моему, это даже крипы делали, потому что чтобы ПРы выходили за свою половину карты, я не видел. Ну, разве что Рошан, ну, Рошан не считается. Смог в собственном лесу. Все-таки не покидает их мысль забрать Рошана, как я понимаю. Седой близко взлетает Firefly. Лассо уже имеется. Кто заходит на Рошана, тот умирает первым. J4. Цепляют, заводят на хайграунд. Чеширский кот здесь. Через Карапаси приступил немножко Седова. Моментально Shadow Shaman развалили. Чеширский кот погибает. Ну, Иллидан начинает драться в соло против Роджера. Теперь Дитяра собирается драться против Иллидана. Тут брат за брата вообще, что творится? Забирают у нас. Пытаются, точнее, забрать у нас тролля, уходит на базу Дитяра. Отправили его в Астрал через Этериал Блейд, но это не помогло. Ушел в итоге, и в итоге Лил, кстати, в никуда отправил Эхо Слэм уже после того, как тролль данную локацию покинул. Ладно, вообще невелика потеря, проблемы в этом как таковой и нет. Зато Рошан достается команде Asus Polar. Ну, у ПРов дела очень некачественно идут. Вот прям некачественно совершенно. 4-4 идет Дитяра. Это плохо для тролля 100%. 7-4 идет Снайпер. На 35-й минуте тоже далеко не хороший показатель. Shadow Shaman 0-5. Чен 1-5. Ну и Чеширский Кот 1-4. По саппортам, давайте, кстати, посмотрим, кто что насобирал. Ну, ФНГ уже умудрился вылезти из той глубины, на которой была у нас Венга. Мордип Маск покупает у нас ФНГ. Смотри, еще и драться собрался. Куда вообще Венге драться? С другой стороны, все дерутся, чем он хуже. Иллидан, как я понимаю, убил Никс Ассасина и ушел вниз фармить крипов. Ну, Иллидан уже практически неуязвим. БКБ имеется, Линкен Сфера имеется. Тут с одного раскаста можно разваливать очень быстро. Вейформ и на репликейт. Все, Иллидан на топе. Фармить, правда, толком нечего. Надо либо в лес отправляться, либо ждать, когда крипы подпушат. Но крипы здесь уже пушить не будут. Это все для ФНГ. Хоть как-то дайте хоть бедняге что-либо собрать. ФНГ, как я понимаю, собирает у нас Владмир. А для кого?
Для демеджа, наверное, или для чего вообще? Так, секунду, у нас не резали вообще, Владмир? Так, да, все-таки 15% по-прежнему имеется, ну, броня, реген, ну, все хорошо. ФНГ у нас для команды работает, Владмир для того же Морфа, для того же Года, с руки. Основная дамага, наверное, все-таки с физухи будет идти от Иллидана. Скади появляется для морфлинга, 20-й левел. Серьезный китайский морф. Всего навалом, ХП немерено, дэмэдж колоссальный, вообще как-то этот персонаж только с Китаем и связан. У меня, лично у меня в голове и в моем вообще информационном поле, в котором я мыслю. Ну и по количеству артефактов, по скорости фарма, все у Лидана в этой общей концепции. Ой-ой-ой, как классно. Т2 на миде. Харасят у нас, но это делают крипы. Год крипов забрал и ушел отсюда. У Года что, реген там был? Почему Год? А у Года 60 мана реген в секунду. Году вообще все равно, где и как летать в боллайтнинге. 22-й левел, 24 заряда в Бладстоуне. Год идет 8-1-8. И Год может позволить себе летать, куда вообще Году вздумается. Ну, Год как-никак. Очень быстро Расту развалило. И то, как он сейчас лежит, это примерно то, в каком положении команда Power Rangers у нас находится. Иллидан, он начинает наваливать иллюзии. Троллян, но это же не серьезно даже. Лил, пошла ульта по команде Power Rangers. Иллидан уже гадлайк. Бараки стоят голые, бараки очень быстро сыпятся. У Иллидана с руки 400. Просто 400 с руки наваливает у нас морфлинг. А Эгис имеется, еще и никто его не сбивает. 3000 по ХП. Чеширский кот через Этериал у нас отъезжает. Бараки сыпятся. По-прежнему Иллидан живет и не проседает. Не проседает по ХП. Ну, тут нечего делать с перефармленным морфлингом. И опять же, перефармленный морфлинг был не у меня в руках. Он был у человека, который великолепно шарит, как играть на данном персонаже. Реализация получилась на пятерку. Задумка у меня вызывала какие-то вопросы, но то, как реализовали свой план А и план Б игроки команды, Asus Polar явно заставляет любоваться их игрой. Ну что, ждем ответный матч. Это Dota Pit. Третий сезон у нас, групповой этап. Я вам сейчас выведу таблицу на экран и посмотрите, кто там как себя чувствовал. Это до победы в данном матче. Сейчас счет 1-0 в серии. Ну, ждем. Ждем следующего матча. Смотрим таблицу, слушаем музыку, пока не переключаемся. Ну и не забывайте нажимать лайк на нашем твиче, нажимайте follow, подписка абсолютно бесплатная, общайтесь в чате, задавайте вопросы ВКонтакте, подписывайтесь в группу, все делайте, что вообще вздумается, все, что не запрещено законом, разрешено у нас на стрим-канале. До связи!